Всем большой привет, с вами канал Kids Playbox, и сегодня герои мультфильма «Три кота» Компот, Коржик и Карамелька вместе с их друзьями приглашают вас поиграть в увлекательные игры с числами на удивительном поезде Папы Кота, каждый вагончик которого везет свою собственную цифру. Итак, если вы готовы, жмите большой бодрящий лайк под этим видео, и мы начнем. Итак, первую цифру представляет у нас Коржик, и это цифра 1. Начинаем, друзья! 1. Передай мяч Коржику. Первая игрушечка у нас мячик надо. 1 мячик передаем Коржику. 1. Ура! Вот так вот простенько справились. Цифра 1. Теперь нам нужно найти циферки единички найти надо среди всех цифр. 1, 1, 1. Супер! Нас похвалили, мы справились с очередной задачей. Раскрась цифру 1. Теперь нам на нее нужно написать. А все ли, ребятки, вы умеете писать цифры? Напишите в комментариях, какие цифры вы умеете писать. И как много чисел вы вообще знаете. До скольки можете посчитать? Найди все цифры 1. Ух ты, мы поиграем теперь в прятки с цифрами. Мы должны найти в лесу все циферки 1. 1. 5 циферок 1 спрятались от нас в лесу. Вот так вот мы справились с новой задачей от Коржика. И нашли всех 5 единичек в лесу. Так, нам нужно положить на тарелочку 1 предмет. 1 гамбургер у нас. 1. 1. Так, теперь нужно положить 1 помидорку в кастрюлю. 1 помидор. Так, в тазик нужно положить 1. Это что, это картошка, что ли? 1. Наверное, картошка. В общем, так. Так, на тарелку положить 1 кексик. 1. 1. Правильно. Ну, мы ж молодцы. Мы справляемся со всеми задачами только на отлично. Миу, 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 сказали котята. В общем, мы выполнили первые все задачи по циферке 1. И теперь у нас такая вот кошечка, ее зовут Лапочка, если не ошибаюсь. Если ошибаюсь, поправьте меня в комментариях. Ну, думаю, что ее зовут все-таки Лапочка. Она представляет нам вагончик с циферкой 2. И теперь мы поиграем в игры с цифрой 2. 2. 2. Укрась Лапочку двумя цветами. О, все-таки это была Лапочка. 2 цветочка ей надо. Раз. И 2 на ушко. Очень такая красивая получилась с двумя цветочками. 2. Супер! Супер! Все цифры 2. Ну, быстренько находим 2. Цифры 2. 2. 2. Правильно? Правильно! Ну, кто сомневался, что мы справимся со всеми заданиями. Так, теперь нам нужно написать цифру 2. Вот так вот сначала верхнюю загогулину, нижнюю загогулину и такую черточку. Эй, черточку я говорю, вот. Вот так вот мы нарисовали такую симпатичную оранжевую циферку 2. Найди все цифры 2. Что-то не сильно спрятались эти циферки. Ну ладно, вот такое вот они среди 2, снега. 2, 2. Ну да, оранжевые циферки найти среди белого снега, 2. Это несложно. Помоги котятам надеть костюмы супергероев. Ух ты, теперь надо правильно одеть им шляпки. Да, вот это вот шляпка Компота. 1. А это шляпка Коржика. Да, вот он такой морячок у нас всегда ходит. Так, это теперь им... Так, очки. Ну, наверное, вот это зелененькое, это Компоту. 1. А Коржику вот такие синенькая маска такая. 2. Ну, так вот красиво. Так, ух ты, плащи им надо. Ну, естественно, зеленый. Опять 1. Компоту. И Коржику синий. О, смотрите, супергерои получились у нас в плащах. Умничка, сказали мне. Вот так вот меня похвалили. Вот, мы выполнили все задания вагончика Лапочки, где живет цифра 2. Ух ты, смотрите, цифру 3 у нас представляет, кто у нас, ребятки, это Гоня. Цифру 3 представляет Гоня. Ну что ж, начинаем. 3. 3. Собери 3 листочка. 3 красивых осенних листочка. 1. Кстати, уже наступила 2. Осень, и такие 1. Листочки можно красивые, желтенькие, красненькие найти прямо на улице и собрать. Вот, ребятки, а вы собираете листочки осенние? Напишите в комментах, 3. Что вообще осенью вы любите собирать? Может, каштаны, там, листочки, там, или еще что-нибудь там такое. 3.
И три. Три будет дырка. Три будет дырка, да, вот так вот. Раскрась цифру 3. Так, вот такая вот цифра 3, она из таких вот двух загогулинок состоит. Раз и два, такие два бублика вместе слеплены. Вот и у нас получилась красивая желтая цифра 3. Супер, в общем, салют праздничный. Вау, уже уровень растет, нам теперь нужно составить пример из цифр, чтобы получилась цифра 3. А чтобы получилась цифра 3, нам нужно сделать 2 плюс 1, и получается 3. 2 плюс 1 равно 3. Ну, в общем, как мы и говорили, 2 плюс 1 будет 3. Итак, цифру 3 мы тоже... А, нет, еще задачка на цифру 3. Так, надо покормить котят. Так, значит, ух ты, самое интересное, что самому большому надо дать сам меньше всего пиццы, а самой маленькой карамельке надо дать 3 куска пиццы. Ну, так вот, такая вот несправедливость. Ну, видимо, девчонкам решили больше дать. Ну что ж, окей. Один кусочек пиццы у нас достается компоту, 2 кусочка корчику, ну и 3 кусочка забирает себе самая голодная карамелька. Вот так вот, вот. Ух ты. Ну, теперь поменялись наоборот местами. А, в общем, всем достанется много всего интересного и вкусного. Так, одна. Итак, вот один стаканчик с желе, наверное, каком-то, я так понимаю. Один достался карамельке. Два, это мы даем десертика компоту. Ну и 3 коршику, чтоб уже точно уже наелся. Так, что теперь? О, смотрите, как классно. Так, что тут? Один бутерброд у нас коржику. Один. 2 бутерброда у нас карамельки, ну и 3 бутерброда самому голодному компоту. Так, вот так вот, ну вот так вот, накормили всех, напоили, накормили, в общем, все голодные, были голодные, стали сытые и довольные, так. А вы, ребятки, что вообще любите кушать? Какие ваши самые любимые блюда? Напишите в комментариях. Вот, кстати, вот у нас карамелька представляет вагончик с цифрой 4. Вот такая красивая карамелька с цветочком. Она дает нам задание 4. Поиграть с цифрой 4. Ой, коржик, привет. Ух ты, коржик молодец, какой фермер прям. Собирает, собирает морковку. Ух ты, кто любит морковку, 4. Все любят морковку. Очень полезная и вкусная штучка. Да можно грызть даже вот так вот. Прям не мытую, как бывает. Ну, лучше, конечно, мыть все-таки. Но бывает и так. Когда найдешь на огороде у кого-нибудь, так. Ну, в общем, цифры 4 нам надо найти тут. 4. Оказалось, 3 цифры 4 у нас. Так, ну что, смотрим дальше. Что нам за задание? А, ну, естественно, надо даже нарисовать ее, написать. А так, 4. Вот так делается. В общем, 3 таких полосочки, и получается у нас вот четверочка такая. Вот, немножко похоже на стульчик такая. Так. Расставь. О, теперь опять нам пример задали. Так, давайте сделаем пример. 3 плюс 1 будет 4. Вот так. Плюс 1 равно 4. Ребятки, кто вообще любит математику? Признавайтесь. Напишите в комментах, есть ли такие ребятки, которые у нас любят математику и любят сами решать примеры всякие. Так, а теперь нам нужно что? Тут у нас надо правильно положить овощи и ягоды. Там, в общем, в нужные... банки. Так, ну, так, вот это у нас огурец. Пим, давай, компот закидывай. Огурец. Один огурец в первую банку. Так, грибок. Грибок закидываем в банку номер 2. Давай, правильно, молодец. Теперь мы должен принести что-то. Малина. Малина будет... Ух ты, у нее малина громадная, конечно, ничего себе. В третью банку малину. В общем, правильные банки надо рассовывать, чтобы не перемешать. Так, ну и помидор в четвертую банку. Раз. Давай, коржик, кидай. Ой, точнее, это не коржик, это компот у нас. Давай, кидай. Молодец! Вот так вот помогли мы компоту рассортировать все. Консервацию. Что, мы справились с цифрой 4 уже задание. Теперь у нас на очереди какая, ребятки, цифра? Цифра 5. Самая классная цифра. Вот. О, тут смотрите, у нас кто представляет. Такой вот классный вот котенок. Его зовут, если не ошибаюсь, его зовут Нудик. Он у нас в костюме здесь клоуна. У него цифра 5. Так, 5. Ну, какие задания у нас на цифру 5? Помоги шурупу собрать инструменты в ящик. Так, вот этот котик с треугольной головой, его зовут Шуруп. Так, давайте инструменты ему поможем собрать. Так, что, в руки давать, что ли? А, ну да. Один. В лапы ему давать надо. Так, на тебе вот это второй ключ гаечный. Два.
Отвертку лови, так вот, на тебе. Три, молоток. Ну давай, молоток. Четыре. Четыре, ну и вот такой вот малярный валик. Пять. Пять инструментов мы собрали для шурупа. Молодец, сказали нам, мы идем дальше. Так, пятерки. Собираем пятерки, в общем. Пять, 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 пять. Супер, ура, мы справились. И собрали пять инструментов. Молодцы. Так, ну теперь ее надо написать. Не раскрасить, а написать, правильно говорить. Эп, вот такая вот полосочка, загогулинка и еще одна полосочка. И такая получилась красивая фиолетовая цифра 5. Пятерик, в общем, получился у нас. Так, так теперь пример надо. Цифры в примере. Чтобы получилось 5, нужно 1 и 4 сложить. И в итоге будет 5. Пятерка. 1 плюс 4 равно 5. 1 плюс 4 будет 5. Логично. Логично. Правильно, да, даже неужели. Мы старались. Так, и что же? Ух ты, какое застолье у них тут. Так, кто чего хочет, так. Так, на тебе. Вот это тебе такая вот водичка с лимоном, да, карамельки. Так. Компот у нас что хочет? Компот хочет мороженое. Так, кому достанется пицца? Пицца достанется у нас Коржику. Так, а кто еще у нас будет тут? Опять компот? На тебе гамбургер. Не, я думал, будет другой котенок. Ну и кому достанется у нас? Конечно, как всегда, самые маленькие, самые голодные карамельки достаются больше всех еды. Вот такая вот дела. Такие вот дела. И что ж. Кстати, ребятки, если вы первый раз у нас на канале, рекомендуем подписаться. Для этого жмите большую красную кнопку под видео «Подписаться». И при этом не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить наши новые видеообзорчики. Ну, а мы продолжим. У нас на очереди вагончик цифрой 6, который представляет наш шуруп. Вот такой вот красный котенок, или рыжий, с треугольной головой почему-то. Вот такая вот цифра 6. Группу закрутить все винтики. Давай, пьем. 1, 2, давай, 3, 4, 5 и 6. Вот так, 6 шурупов мы закрутили. Правда, непонятно, зачем ему подряд 6 шурупов в доске. Цифра 6. Так, 6, 6, 6, 6. Превосходно, цифру 6 мы нашли. Так, теперь мне ее надо написать. Раскрась цифру 6. Это вот такой вот получается у нас. Цифра 6, это у нас такой вот кругляшок с хвостиком. И так молодец. Вот. Молодец. Молодец, кстати, если ее перевернуть, будет девятка. Так, я думаю, это все знают. Цифра в примере. 2. 2. Плюс 4. 4. Равно 6. Очень плюс просто. Плюс 4 равно 6. 2 плюс 4 Умничка. Будет 6. 6. Раскрась картинку. Ух ты, раскраска. Правильные цвета. Раскраска по номерам. Это тоже очень увлекательное занятие. Раскрашивать. А, вот так надо краску кидать. Так, у нас двойка. Тянем двойку сюда. 2. Тройка сюда. 3. Ух ты, уже красивая картинка получается. То есть компот 4. У нас играет в песочнице, да? Так, 5 небо. 5. А, 6 это у нас... Что это у него? А, ведёрко вот такое. Классная ведёрко. Миу-миу-миу. В общем, так вот покричали котята. Свой девиз. Миу-миу-миу. И у нас цифра 7, которая представляет у нас вот такой вот серьезный компот с книжкой про еду, видимо, про всякие сладости. Нарисован, потому что там кексик. Ну, давайте цифра 7. Поиграем в игры про цифру 7. 7. Лапочка у нас дает нам задание. 7 ягод. 7 ягод, вот такие ягоды. Раз. В общем, берем все подряд. 2, 3, 4. Хватаем все ягоды подряд и берем в корзинку. В общем, все пригодится в хозяйстве. Все ягоды вкусные. Так, семерочка. Есть. 7, 7, 7, 7. Ура, быстро нашли ягоды. Ой, тьфу, ягоды, семерки. Так, семерка. Вот такая одна полосочка, вторая полосочка и третья полосочка. В общем, очень просто рисуется цифра 7. Ничего сложного. Кстати, ребятки, расскажите, кто умеет цифры все писать и все буквы? Признайтесь. Так, у нас пример.
котором мы должны составить это задание примерчик, получить цифру 7. Мы до этого должны 5 плюс 2 получить 7. 5 плюс 2 равно 7. Ура! Супер! Похвалили нас опять. Ух ты! Мы радугу будем рисовать. Итак, единичка. Один. Пиум, голубой цвет. Двойка это у нас будет что? Оранжевый цвет. Три. Тройка у нас будет фиолетовый цвет. Четверка у нас будет какой? Желтый, да? Четыре. Желтый. Пятерка у нас будет красный. Пять. Шестерка у нас будет какой у нас Шесть. Будет? Синий, и семерка у нас будет Семь. Салатовый. Молодец. Ура! Вот такая вот красивая у нас радуга получилась. Миу-миу-миу-миу. О, неужели мы справились со всеми заданиями цифры 7? Кто же у нас представляет цифру 8? Давайте посмотрим. Ой, цифру 8 у нас никто не представляет, просто вагончик, загруженный кучей игрушек. Ну, давайте поиграем в цифру 8. 8. Помоги пчелам добраться до дома. Так, вот такие пчелки у нас, 8 Один, пчелок, мы должны их загрузить два, в улей. Странно, три, почему они сами четыре, не могут залететь. Ну ничего, поможем им. 7, 8 пчелок залетели в улей. Точнее, мы им помогли залететь в улей. Найди цифру 8. 8. Очень быстро мы нашли все 4 цифры 8. Раскрась цифру 8. Так, цифра 8 у нас рисуется вот так вверх немножко. Потом и так. То есть верхний рисуем сначала кружок, потом нижний. По половинкам рисуем. Вот получается молодец. Вот так вот. Из 4 шагов составляем цифру 8. Вот так вот, молодец. Что у нас Расставь еще на цифру 8? Пример. 6 плюс 2. 2. Равняется 8. 6 плюс 2 равно 8. Умничка. Разложи украшения на торт. Так, тортик уже что-то порезан, уже кто-то его собрался забрать. Так. 1. 2. Здесь какие-то странные сердечки. 3, ну ничего, мы сейчас положим все на 4, тортики. Уже порезанный тортик. 5, видимо, поделили уже между собой котята 6, тортик. 7. 8. Умничка. Так, кто себе забрал, кто-то себе забрал, в общем. Итак, здорово! Мы справились с цифрами 8, точнее, со всеми заданиями на цифру 8. Сейчас у нас будет цифра 9. Кто у нас представляет цифру 9? Ух ты, цифру 9 у нас представляет мама-кошка. Ну, давайте вот задание от мамы-кошки. Это обязательно надо выполнить хорошо. Целая сама мама-кошка нам дает задание. Ну что ж. Вылупиться 9 цыплятам. Ну что ж, давайте поможем вылупиться 9 цыплятам. Один, два, три, еще что за цыплята такие странные-то? Четыре, это не цыплята, это просто птенцы какие-то. Давай, шесть, семь, восемь, и девятый, давай, девятый, ну вылупляйся-то. Девять. Не хочет вылупляться, вот такие молодец. Вот девять цыплят, точнее это не цыплята, я так все-таки скажу вам. Это все-таки у нас птенцы просто какие-то. Ну что ж. Потому что цыплят такие не бывают. Так, девятки. 9, 9, 9, 9. Все. Все девятки мы нашли. Раскрыть цифру 9. Теперь нам надо ее написать, эту девяточку. Давай, ип. Вот так вот. Верхняя половинка этого. Нижняя половинка шарика. И такая вот ножка у него. Ну, почти как шестерка, только перевернутая. Только ножка вниз у нее, а у шестерки ножка вверх. Ну, вот такая вот тут простая цифра, в принципе. Так, получить девятку нам нужно четверку. Четыре. Пять. Прибавить к пятерке. И получим девятку. Вот такой вот пример. Плюс пять равно девять. Умничка. Умничка, мы старались. В общем, так вот. Молодцы. Помоги котятам сварить вкусный компот. Давайте, вот так нам надо. Ух ты, ничего себе у них компот получился. 9 ингредиентов, вот это они намешали, конечно, да. Что там? Один. Два. Давай, что, лимонки не туда вот.
Давай туда клубнику кинем, вот так 4. Вот. Это крыжовник, 5. Там еще это, наверное, ежевик. 6. Нет, не знаю, что это. Малина. 7. Так, вишня и даже апельсин, прям скажу реки. Да. В общем, компот получился бомбический вообще. Реально, так вот. Во, кстати, ребятки, кто любит компот, напишите в комментах, а из чего вообще делают вы или ваши родители делают компот. Ух ты, смотрите, у нас цифра 10, зимний вагончик, вот с ёлочкой, прям новогодний вагончик, десятка. Сейчас мы поиграем в задание на цифру 10. 10. Вот такая вот серьезная цифра. 10 звезд. Ну давай. 1. 2. 3. 4. 5. О, смотрите, на каждую звездочку подпрыгивают котята. Хоу-хоу, хи-хи, давай. Йоу, все радуются, довольны. 9, 10 цифр. Точнее, 10 звезд. Ага, цифра 10. Ну, это очень просто. Цифра 10 состоит у нас из двух. Точнее, число 10 состоит из двух цифр. 1 и 0. Вот так вот. Раскрась цифру 10. Ну, тут все просто. Тут рисуем сначала единичку из двух полосочек. И вот такой вот бублик. Это у нас нолик. Да, вот, видите? Умничка. Один и нолик, это будет десятюнчик. Расставь цифры в примере. Чтобы получить 10, нам нужно 4. 4. И прибавить 6. К нему 6. И получаем 10. В итоге 10. Вот такой вот у нас примерчик получился. 6 равно 10. 4 плюс 6 равно 10. Супер! Мелодия. Ух ты, сейчас мы сыграем отличную мелодию. Так, потом все цифры используем, от 1 до 10 будет у нас мелодия. 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Ура! Мы все цифры. Все цифры у нас задействовались, и мы сыграли мелодию. Миу-миу-миу. Вот такая вот у нас получилась мелодия. Итак, в первой части у нас мы закончим на цифре 10. Вторая часть у нас будет в ближайшее время выйдет, и мы продолжим знакомство с цифрами и героями мультика «Три кота». У нас будут цифры от 11 до 20. Так что следите за обновлениями. Будет продолжение путешествия «Три кота. Учим цифры». Ну, а на сегодня у нас все. Мы будем заканчивать. Мы сегодня прошли все цифры от 1 до 10. Кому понравился наш видеообзор новой игры про мультик «Три кота», ставьте лайк. Если еще не подписаны на наш канал, обязательно подпишитесь. Жмите большую красную кнопку «Подписаться». И не забудьте про колокольчик, который будет звонить вам, когда у нас приходят новые видеообзоры. Ну, а на сегодня все. Будем заканчивать. Всем удачи! До встречи в новых видео. Пока, ребятки!